первая часть, с которой мы будем работать, это то, что скромно называется фаза UX. Такая вот очень тонкая графическая метафора, когда у вас есть куча всего, и из этого вы должны сделать что-то структурированное, упорядоченное, разобрать по составляющим и так далее. Круто, кстати, получилось, не? Ну, смотрите. Было, типа, стало. Дизайн. Окей. Есть у нас пиццерия. Что мы с ней вообще будем делать? Нужно понимать, не в ту сторону, следующие штуки, что все, что мы дальше будем работать, это опять-таки процесс, о котором я вам рассказывал. И этот процесс в западной, вообще на Западе описан более чем полноценно. Весь способ или даже весь подход называется Human-Centered Design. То есть во главе всего, что мы в дальнейшем с вами будем делать, стоит конкретный человек. Human его зовут.